Вы смотрите «Информбюро». Продолжаем выпуск. В Караганде скончалась девушка, пострадавшая в массовом ДТП по вине пьяного водителя. Две недели назад нетрезвый бизнесмен за рулем «Лексуса» протаранил 5 машин. Виновник аварии – крупный в регионе бизнесмен, торгующий зерном. Поздней ночью за рулем он протаранил машины, припаркованные во дворе многоэтажного дома. В одном из таких авто и была погибшая женщина. Врачи рассказали, что, несмотря на операции, ее состояние не улучшалось. Виновнику грозит до 5 лет лишения свободы. 269 онлайн-кредитов оформила на третьих лиц мошенница из Алматы. Подозреваемая 32-летняя женщина. По версии следствия, она обманным путем получала персональные данные посторонних людей. Чаще всего орудовала на рынке. Делала вид, что данные продавцов ей нужны, чтобы перевести деньги за покупку. А сама оформляла на них быстрые кредиты. Полтонны черной икры под видом сухофруктов и крупы пытались вывезти контрабандисты. Деликатесный груз направлялся в столицу России. Отправитель – предприниматель Шымкента. Стоимость контрабанды составила 156 миллионов тенге.